Мы в ответе, Анатолий Семкин. Мы в ответе за тех, кого мы в долгу перед тем, кто нас. Как же хочется жить легко, не платить, только брать аванс. Брать у Бога любовь и смех, у лукавого брать могу. Но мы держим ответ за тех, сознавая, что мы в долгу. Раздарить себя – это шанс, больше, чем не убий. Не лги, и печалится Бог о нас, если нам отдают долги. Жизнь земная, она проста, не уйти от себя в отступ, а разглядевший в других Христа, путь найдет к своему Христу.